Привет, Коль. Привет, Коль, чемпион. Узнал, это Саня, поиск 63 РУС. Я прям по голосу тебя узнал, очень рад тебя слышать. У тебя какие-то проблемы или что? Просто пообщаться? Ясно, ясно. Какая тема тебе? Да нет, ты чё, у нас тут сугробы еще лежат. Только через пару недель выход будет. Ясно, ясно. Слушай, у меня тоже встреченный тоже вопрос. Ты, я видел вчера только свой канал, что ли, открыл? Молоток, молоток. Год? А чё, видосов практически нету? Надо было материал у своего напарника брать. А чё? Ну, все равно есть интересные материалы у вас, совместные копы, и довольно-таки приятно посмотреть было бы именно на твоем канале. Ясно. Ну ты понимаешь, просто у... не, просто понимаешь, у тебя уже тема раскрученная, тебя все знают и все тебя любят, и можно было продолжать эту тему. А рыбалка и мотоциклы, и машины, как бы, знаешь, мало кто об этом в курсе, чего и всего. А вот такая тема про копу интересна, в принципе, и у тебя подписчики прибавлялись бы. Здорово, если бы именно будет тема связана с копом. Потому что я считаю, что Димин канал смотрит именно благодаря тебе. Я раньше смотрел именно благодаря тебе. Да, блин, ты понимаешь, просто ты будешь независим от него, и у тебя будут свои заработки. Я вот чисто из любопытства... Вчера я просто из чисто любопытства залез к тебе на канал. Ну, у тебя никакого дохода нет пока, ничего. Ну все равно, это что, это разве доход? Вот, а тебе нужно как-то что-то. Да нет, так не должно быть. Я вот тоже мой канал закрывали, открыл новый, и я сейчас, грубо говоря, на YouTube канале нормально, в принципе, зарабатываю. Да, конечно, конечно, за счет видео, да. Ну, я вот посмотрел, у тебя, в принципе, никакого роста, прироста не было. Вот статистику смотрел твою канала. Блин, ну что-то слабенько, слабенько. Но я думаю... Я видел, был пару раз на твоих стримах. Был. Вот, в принципе, тоже молодец. Вот я тоже начал стримы недавно осуществлять. Так что... Видел, да? Ну, я тоже... Чего? Да я что-то... Я тоже вчера что-то это... Твое это сообщение поздно пришло. Я его только сегодня увидел насчет телефона. А то вчера я бы тебе позвонил, пообщались вчера. Ясно, ясно. А чем занимаешься сейчас, вот зимой? Просто сидишь дома? И все, да? Других заработков нету, да? Ясно, ясно. Угу. Понятно. Ну а у тебя, наверное, какой-то был вопрос прям вчера, ты горел так пообщаться. На... Шурф? А, шурф? Ну... А-а-а.
Да там тема, знаешь, раздутая не из-за того, что вот именно Шурф, потому что Шурф, это понятно, можно было в комментариях отписаться, что Шурфу не закопали там, что могли просто вернуться в следующий раз. Суть там в том, что... Итак, ребят, дальнейшее общение я звуковую дорожку подрежу, чтобы не компрометировать ни себя, ни Колю Чемпиона. Я у него попросил разрешения, но он сделал одно одолжение, чтобы я не озвучил кое-какие моменты в общении. Так что извините, ребята, но чтобы не подводить Колю Чемпиона и себя тоже в своей честности, буду урезать именно те разговоры, которые не нужно. Так что смотрим то, что приятно послушать, и общаемся с Колей Чемпионом. Вот, я тебе говорю, 40% всех Диминых подписчиков смотрят ради тебя. Вот если ты будешь делать свой канал и будешь пихать свои видеосюжеты, вот, ну, конечно, Дима там тоже будет, как говорится, на кадре мелькать, это тебе, конечно, плюс. Вот. И у тебя очень будет много подписчиков, и ты реально будешь зарабатывать. Потому что тебе Дима рассказывал, сколько он зарабатывает? Вот представляешь, ты бы мог бы ровно половину зарабатывать тоже. А извини меня, к тебе сами будут рекламщики приходить. Они просто будут тебе будет просто материал давать. Вот, например, ты скажи, озвучите мне ее, а я буду в своих видеосюжетах просто втыкать. И все. Коль, если честно, на находках ты вот сколько копаешь уже лет? Пять, шесть, семь лет ты копаешь уже. А ты что-нибудь такое существенное продал, нашел? Ну и что, ну ты и заработал на ней. Ну сколько ты заработал? 5-10 тысяч и все? Ну вот. А извини меня, у тебя уже возраст преклонный уже. И что, ты будешь всю жизнь копать? Нет, конечно. Ну вот, и будешь, и все на этом. Пенсия у тебя есть? Ну, вот тебе до этой пенсии еще дожить надо. Вот я вот, например... Вот если бы ты канал бы свой раскрутил бы, ты остаток своей жизни мог бы хорошую прибавку за счет Ютуба держать. То есть вышел бы на пенсии и получать за твои видеоролики. Видеоролики пусть у тебя будут и годовалые, и двухгодовалые, и которые уже будут 3-5, они же все равно будут смотреться. А естественно там реклама будет есть. Ну вот, все. Ребят, кончились деньги на телефоне, общался я с Колей Чемпионом. Он, в принципе, далековато живет, но решил я с ним пообщаться. К сожалению, денежки на телефоне закончились. В минуса ушел. Но все равно приятно тем, что пообщался я с Колей Чемпионом. Мужик простой, из народа. Копает, как вы знаете, с Димой Мусыхиным. Вот, но все вы слышали. Жалко, конечно, не получилось мне включить громкую связь. Ну ладно. Что есть, то есть. Итак, ребят, посмотрели мы сегодня вот такой вот необычный сюжет. Общались мы сегодня с Колей Чемпионом. Он ко мне вышел на связь через мой канал YouTube. Скинул свои реквизиты, данные телефонные. Я позвонил, не поленился, пообщался. Как-никак, Коля у нас легенда. Не зря его называют Колей Чемпионом. И решил пообщаться в прямом эфире. Жалко, что не догадался, не успел включить громкую связь, диктофон. Вот. Приходится смонтировать его отдельно звуковой дорожкой. Еще попробую озвучить его комментарии титрами. Так что вот так. Ну а в целом канал, как он сказал, всего-навсего год.
подписчики набираются, но очень-очень медленно. Для Коли Чемпиона это действительно очень медленно, так что, ребят, давайте дружно зайдем к нему на канал, подпишемся, будем общаться. В общем, нужно Колю Чемпиона как-то поддержать и поднять, как говорится, его штаны, чтобы был совсем независимый человек от Димы Мусыхина. Так что давайте дружно заходим, подписываемся, ставим комментарии. Надеюсь, у нас диалог будет и в будущем состоится. Вот, так что видосы он постарается новые запиливать. Ну и вы пишите в комментариях, чтобы он снимал именно для нас. Так что на этом и закончу свой видеосюжет. Всем пока и удачи. Ставим палец кверху мне и также Коле Чемпиону. Все, всем пока и удачи.